Доброе утро, меня зовут Вячеслав Горбатов, я шеф-повар. Давайте позавтракаем. Приготовим тушеную в паназиатском соусе капусту пекинскую с сосисками. Для этого возьмите пекинскую капусту, морковь, соевый соус и сосиски. Быстрый, сытный, а главное питательный завтрак с сосисками вкусный, исцеляющий от брестского мясокомбината задаст вам настроение на целый день. Да что на целый день, на всю неделю. Итак, сосиски извлекаем из оболочки и рубим где-то не 4-5 частей каждую. Сковорода все время нагревается, максимальный нагрев. Немного растительного масла. Выкладываем сосиски, чтобы они начали жариться. Туда же кружочки моркови. И пекинскую капусту, нарезанную соломкой. Все хорошенько обжариваем, для того, чтобы испарился выделившийся сок. Посыпаем солью, для того, чтобы капуста, овощи выделили свой сок. Обжарим, сосиски уже становятся румяные. И когда капуста стала мягкой, но еще стала как бы альденте, то есть еще хрустящая, но уже не жесткая, вливаем соевый соус. И правильный завтрак готов. Выкладываем на тарелку. Правильный завтрак готов. Приятного аппетита и хорошего рабочего дня.